Приветствую, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим, как убрать проблему вылетов в игре Imperial Glory. В основном эти вылеты происходят после участия в битве непосредственно самим игроком, то есть не автоматической битве, а после того, как вы битву отыграли, и на загрузке обратно на глобальную карту происходит зависание игры или выбивает с игры полностью, вылазит ошибка. Для того, чтобы это исправить, заходим в корневую папку игры, на ярлыке свойства правой кнопочкой выбираем совместимость. Секундочку. Не то выбрал. Выбираем совместимость. Ставим совместимость с Windows XP пакет обновления 2. Применить. Окей, запускаем. И больше, в принципе, вылеты вас не побеспокоят. Опять же, это помогает в 90% случаев вы избавитесь от вылета. Хотя при прохождении кампании не пару раз такое было. То есть я тоже под конец самой кампании, под завершение, после одного из боев, учитывая данное действие, все равно был вылет. Ну, надеюсь, я вам помог. Спасибо, ставьте лайки. С вами был Рости, это был канал Рулигейм Онлайн. Всем пока.